Всем здравствуйте. Заехал ворона напоить. Кто не видел маленького журавля, вот они. Маленькие журавли. Красавцы, я не видел ни разу. Взрослые сейчас в кусты ушли туда. Всего два, похоже. Да, ворон. Прикольно. Вот так вот маленькие журавли. Не, драки не будет. А жаль. Сейчас угонят друг друга. Ну да, вот этот покрупнее, покрупнее. Килограмм так на 7, наверное, минимум. Готовится, в общем, вдруг ему все-таки молодой надерет задницу. У него хвост не вылизанный. Ну, ё-моё, то ли драка это будет, то ли нет. Это тоже скоро уйдет. Это он удобряет. Жизнь косули называется. Ну, вроде, короче, они подружились. Ну, что я скажу, я почти обошел. Но меня тот, который побольше спалил, вон он там, он стоит, сейчас смотрит на меня. Метров 50 до него, а второй прям где-то за кустом, пришлось быстрые движения сделать, чтобы спрятаться, и подшумел, в общем. Может, сейчас успокоится. Опа, а тут я такой сижу. Все, ко мне он уже не пойдет, наверное.
Сейчас я считаю шаги. В общем, вот он возле кустика стоит. Ну, чуть за кустиком. А то я их так долго буду снимать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, метров 35, не больше. Это он ушел. Эх, солнце. А вышел. Вышел он вот здесь. Мимо вот этого куста. Я вот в березках сидел. 20 шагов. Вот так вот. Такие косули. Главное терпение и тишина. А там он подойдет. Хоть за рога лови. Ладно, иду за вороном. Если ворон тоже никуда не ушел. Поди не должен. Еще один козлик. Тоже три отросточка. Вроде симметрично смотрятся. Размерчика тоже неплохого. Сам по себе бегает. Ладно, поехали мы дальше.